Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента внутренней улично-дорожной сети города Физули. Общая протяженность внутригородских дорог превысит 87 километров. Будут созданы пешеходные дорожки для обеспечения удобного передвижения пешеходов на внутригородских дорогах, зеленые полосы для уменьшения вреда, причиняемые окружающей среде, велосипедные дорожки, специальные полосы движения для общественного транспорта.